Республика закроет долги ХАКАС Резводоканала до конца года. К такому соглашению пришли власти и Атомэнергосбыт. Удалось это после того, как СБТовая организация отключила объекты коммунального предприятия от электроэнергии. В результате Пригорск остался без тепла и воды. Напомним, во вторник Атомэнергосбыт за долги отключил насосную станцию на Котельной и водоподъем, по которому ресурс поступает в поселок. Это полностью остановило подачу тепла, горячей и холодной воды. На место срочно выехали представители правительства и прокуратуры. Власти назвали действия Атомэнергосбыта незаконными. Есть решение суда, по которому он не вправе отключать должника от электроэнергии. Однако в Атомэнергосбыте говорят, что ХАКАС Резводоканал не принимает мер для возврата 45 миллионов рублей за потребленное электричество. Это один из самых крупных должников республики. Судя по результатам переговоров, отключение в Пригорске возымело свой эффект. После вмешательства прокуратуры объекты ХАКАС Резводоканала подключены. Ситуация нормализовалась. Но теперь надзорники хотят дать оценку действиям каждой из сторон, для чего они обратились в антимонопольную службу.